Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Маргарита, и сегодня мы поговорим о иммиграции в Новую Зеландию для инвесторов. Новая Зеландия – это не только комфортное место для проживания, но и постоянный рост прибыли от инвестиций. Поэтому страна привлекает инвесторов со всего мира для инвестиций, бизнеса и проживания. Инвестиционная программа Суперинвестора позволяет в короткие сроки получить постоянный вид на жительство в Новой Зеландии. Заявитель инвестирует приемлемые активы под гарантией правительства Новой Зеландии. Тут следует отметить, что инвестирование в свою недвижимость не является приемлемым активом. Основными требованиями Министерства миграции Новой Зеландии являются готовность инвестировать минимум 1,5 миллиона новозеландских долларов на период 4 года, быть младше 65 лет, иметь 3-летний опыт ведения бизнеса, владеть хорошо английским языком, предоставить справку о несудимости, пройти медицинское обследование. Дополнительно миграционные власти требуют предоставить документ о наличии капитала, включая пассивный. Финансовые активы могут принадлежать заявителю, супругу или супруге или же детям. Иммиграционные власти Новой Зеландии предоставляют заявителю и членам его семьи иммиграционную визу и 12 месяцев для того, чтобы перевести денежные средства в Новую Зеландию с целью их инвестирования. Друзья, на этом у меня все. Если вас интересовала данная тема, напишите нам, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Всем пока!